Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Мы сегодня продолжаем играть в Game Dev продолжение. И у нас загружается контент, игра. Так, ну мы набираем 10 из 10. Девять баллов. Немножко откатились назад. Но сейчас мы быстренько вернемся. С того, с чего начинали. Так, приставка. Все, переезжаем. Мы сегодня планируем набрать сотрудника одного, день стоимостью 100 тысяч, и немножко поменяем движок. И также подзаработаем деньжат побольше, для того, чтобы нам развиваться быстрее. Так, ну давайте начнем. Так. Исследования. Исследуем. Нет, новую тематику мы не будем. Казуальные игры. Так. Давайте мы сделаем исследование геймплея. Геймдизайн. Казуальные игры. У нас уже 2 миллиона. Мы достаточно нормально уже набираем денег. У нас эта игра просто выстрелила. Стройка 2. Вот она. Называется игра. Казуальные игры мы изучили. Так. Ну давайте посмотрим, что еще нам предлагает новая тематика. Маркетинг. Ну маркетинг чуть попозже будем. Давайте начнем делать новую игру. Сейчас посмотрим историю. Историю игр. Так, вот стройку мы делали. 9. Зомби и пираты. Зомби у нас хорошо набрали. 60 место, правда. Пираты 51. Фанатов 51. А в зомби 101 фанат. Ну давайте зомби продолжим. Зомби это у нас ролевая игра. Набрала 6,25 баллов. Попробуем ее улучшить. Хотя у нас сейчас предпосылок мало к этому. Давайте. Зомби. Так. Зомби. Давайте зомби 1 назовем. Это у нас посмотрим. Зомби. Так, а что у нас там? Зомби жанр. Ролевая. Подождите, а под ролевую что у нас? Хорошо, классификация для всех. Платформа. Смотрим. Но пока мы правда можем изучить 14 доля рынка. Ну давайте мастер 5. Изучим. Я так понимаю, что это как PlayStation. Самое первое. Посмотрим долю рынка. Ну попробуем. Мы еще не пробовали. Движок второй. Так, ну давайте начнем. Графика 2D, графика V2. Поехали. Так, мы движок уменьшаем. Сюжет на максимум. Геймплей на максимум. Тут у нас все выставлено. Линейное сохранение обучения игре. Так, поехали. Пока у нас сотрудник один главный герой, но сейчас скоро будет еще второй герой. Так, тут мы убираем интеллект.
добавляем чуть диалогов и дизайн уровней на максимум. Так, уходит с рынка G64. Это у нас, как помните, компьютерная техника. Дизайн мира на максимум, звук на минимум, графика на максимум. Тут монозвук у нас стоит и 2D графика второго поколения. Баги. Ну, достаточно дизайн у нас хорошо развивается. 18. Сейчас еще подфармим немножко. Вот уже 20. Так, платформа ушла. G64. Смотрим дальше. Так, с багами была выпущена у нас тройка. Давайте сейчас, если успеем, тогда мы сделаем, берем баги. Так, у нас новый рекорд. Так, по дизайну. Тут у нас пока нет продвижения по уровням. Выпускаем игру. Сейчас посмотрим, насколько она была популярной. Баллов набрал специалистов. О, ну, шестерочки, я думаю, средний показатель будет. Потому что у нас как бы и маркетинг пока не открыт. Потому что с маркетингом мы набрали бы побольше. Мы бы зрители бы побольше набрали. И был бы больше балл. 5.75 у нас. Так. Ну, продажи нормальные должны быть. Давайте мы посмотрим, что у нас маркетинг только, да? Ну, нам не оставляют выбора, как делать еще одну игру. Давайте стройка. Вот у нас фанатов уже... Ух ты, а у нас в рейтинге она была первое место заняла, кстати. В рейтинге специалистов по играм. Продаж единиц 300. Давайте стройку. Это у нас симулятор. Посмотрим, что мы сможем еще из нее выжить. Так. Ну, назовем также стройка. Ну, типа у нас будет продолжение. Только это вторая, по-моему, насколько я помню. Так. Стройка у нас для всех. Тематика. Е, видите, три плюса для всех. Вот. Стройка, жанр — это у нас симулятор. Выбор платформы под симулятор. Кстати, мы не посмотрели, как продажи. Но, по-моему, с этой по симулятор. Давайте не будем рисковать, на PC пока оставим. Может, повторим наш успех. Движок 2. Далее графика вторая. Так, ну что же. Погнали. Стройка 2. Движок на максимум. Сюжет на минимум. Геймплей на максимум. Там все выставлено. Попробуем повторить наш успех. Ну, по крайней мере, будет, если чуть хуже, ничего страшного. Так. Дизайн уровня интеллект на максимум. Диалоги на минимум. Пока у нас движок, мы ничего не обновляли. Надеюсь, скоро что-то произойдет. Это, то есть, в плане того, дизайн на минимум, звук на в плане продвижения по уровню развития графики или каких-то компонентов, связанные с компьютером, с движком. Тогда мы обновим движок, и будет повеселее. Давайте посмотрим. Так, баги убираем. Так, ну что же. Давайте запустим игру. Тут что у нас? 18 прорывов пока нет. Ну вот, уровень графики новый. Может, мы сейчас будем собирать на графическую составляющую. Так, стройка. Давайте посмотрим, какие оценки. Ну, шестерочки сейчас плохо будет. Потому что у нас ничего нового, как бы мы ничего нового не предложили игрокам. Ни движка, ничего, ни графики. Ну, сейчас мы
Так, 6 баллов, да? Давайте посмотрим, что у нас там с движком в исследованиях. Вот, так, мы можем графику... А, вот, графика у нас 3D и 2 в 3 уровня, 80. Ну, давайте... А если мы маркетинг изучим, мы можем подфармить наших... Давайте я... Посмотрим, попробуем маркетинг. С помощью маркетинга мы сейчас продажи попробуем увеличить. Посмотрим, что получится. Денежек у нас 1 900 000. Так, маркетинг мы изучили. Так, но не будем нарушать традиции. Смотрим, что у нас. 86 место. Ну, давайте мы пиратов попробуем. 51 место. Пираты. Это у нас стратегия. Правда, набрала не очень много баллов. Но что-то новенькое будет. Потому что повторяться особо не надо. Так. Пираты. Давайте 2. Это у нас для всех тематика. Пираты. Жанр. Пираты. Это у нас будет стратегия, платформа под стратегию. Вот у нас PC будет. И движок второй. Но движок пока ничего нового. Тут все то же самое. А то мы сейчас попробуем прибавить к этому всему маркетинг. Погнали маркетинг. Давайте реклама в журналах начнем. 50 тысяч заплатим. Так, ажиотаж у нас 1. Маловато пока. Давайте мы демо-версию попробуем. Пока больше не будем ничего нового. Вот уже ажиотаж 5. Так, это мы оставим. Ажиотаж 7 уже растет. Но, правда, не очень большой. Но я думаю, на продажах это скажется. Так, ну смотрим. Дизайн мира на максимум. Графику на минимум. Так, погнали. Исследование у нас уже 14. Маловато пока. Так, баги у нас пошли. Сейчас исправим. И что же? У нас ажиотаж 15. Так, новая. Так, приставка Вена. Вена, так. Она должна выйти. Так, маркетинг 15. Ну, посмотрим, давайте. Тут мы не очень много набрали, правда. Так, у нас движок, но геймплей новый. Дизайн уровней. И звук. И новый герой. Сейчас мы же сотрудника наберем. Редактор уровней. Так, ну давайте посмотрим, что же мы наберем сейчас. Ну, баллы не очень. Я ожидал побольше. Ну ничего, сейчас мы движок улучшим, и будут баллы повыше. Ну, тоже... Ну, так, среднячок. Среднячок. Ну, посмотрим, что у нас. Давайте отчет, чтобы исследования побольше баллов набрать. Они нам сейчас очень нужны. Ну, что же? Так, анализ игры. Давайте посмотрим, что нам тут. Геймплей очень важный аспект, дизайн мира очень важный аспект, сочетание тематики у нас превосходно. В принципе, все превосходно, но поклонников мы 74 только нам набрали. Давайте мы посмотрим, что нам предлагает исследование. Исследование нам предлагает. Мы пока можем что улучшить? Улучшить взаимодействие, геймплей и дизайн уровней. Так, ну дизайн уровней нам, кстати, важен.
И геймплей нам важен. Давайте геймплей, потому что геймплей у нас очень часто используется на максимуме. И мы попробуем сейчас создадим новую игру. Денежек нам надо побольше сейчас, чтобы нам не уйти в минус. Сейчас мы сделаем вот так. То есть мы создадим. А давайте мы рискнем немножко. И создадим новый движок. Потому что ничего нового сейчас нам не ожидается. Геймплей улучшим. Тут все оставим так же. Без изменений. Третий. Давайте. И посмотрим, как скажется геймплей. Вот улучшение геймплея на наших показателей по игре. То есть, ну, какие баллы мы наберем. Посмотрим. И что у нас будет, какие характеристики получше с этим показателем. Так, у нас денежек уже не так много. Но мы создаем новый движок. Достаточно быстро мы его создали. Так, ну смотрим. Давайте мы новый движок сделали. Историю игр смотрим. Давайте мы стройку, она, правда, откатилась на 55-е место. Давайте мы ее симулятор. Так, хорошо, давайте мы попробуем стройка с новым движком. Может, прорыв какой-то будет. Стройка. Там геймплей, насколько я помню, тоже важен. Третья стройка для всех. Стройка E3E, выбор симулятор, платформа. А вот давайте вот с платформой симулятор 2, а тут 3. Ну вот это получше. Это получше. Платформа PC, чем приставка. Движок 3. Посмотрим, что у нас изменится. Так, там остались параметры те же. А вот тут улучшить опыт взаимодействия. Ставим галочку. Тут все осталось так же. Так, геймплей мы улучшили. Сейчас посмотрим дизайн, насколько наберем, и технологии. Тут у нас все по-прежнему остается. Так, дизайна у нас уже 13. Технология 16. Так, тут базовый так. Тут мы дизайн мира уменьшаем на минимум, графику на максимум. Смотрим. Сейчас должен быть получше результат, я думаю. Так, это расшифровать у меня. Так, превосходно. Так, полезно. 19 тысяч нам предлагают заплатить за какие-то исследования. Ну, доплатим, потому что мода, видите, вы успешно исследовали мод. Так, это хорошо. Смотрим дальше. Набираем очки. Уже дизайн 20, технология 24. Сейчас баги уберем. Может, еще побольше что-то будет. Подождем. Вот дизайн уже 23, технология 25. Так, а мы, кстати, маркетинг не улучшали. Давайте демо. Попробуем. Ажиотаж улучшим. Так. Ажиотаж 15 у нас падает. Выпускаем игру. Ажиотаж у нас не очень. Мы опоздали. Тут у нас рекорд. Так. Интеллект у нас новый уровень 3. И графика 3 уровень. Выпускаем игру. И смотрим оценочки наши. Что нам, как оценят нас. Ну, интересно. Вот у нас хит получился. Поздравляю, дорогие друзья. У нас получился очередной хит. Вот десяточки. Ну, давайте четвертую десяточку. Ах ты, девяточка. Ну, ничего страшного. Все равно балл очень высокий. Сейчас продажи просто полетят у нас. Если бы мы ажиотаж еще улучшили побольше, было бы вообще отлично. Но ничего. 1 700 000 у нас сейчас. У нас уже плюс 1400
Так, 700, 1780 подписчиков. Поклонников, извиняюсь. Так, стройка 3 набирает хорошие баллы. Создаем отчет по лучшим исследованиям. Так, и у нас уже отлично, 2 900 у нас. 2 миллиона 900. Новости. Сегодня Nintendo. Так, TES. Супер TES. Новая приставка вышла. Тут мы смотрим 14 место плюс анализ игры. Посмотрим, что. Ну, ничего нового нам не предложили. Но ничего страшного. Сейчас мы сделаем новый движок. Улучшим редактор уровней. И что? Ну, пока давайте редактор уровней улучшим. Анализ рынка. Я советую на моей практике движки делать часто улучшать, даже если незначительное улучшение. Но я думаю, что так будет лучше. Потому что баллы игры, вот сами видите, набирают лучше, больше. Продажи достаточно высокие. Так, давайте посмотрим. Разработка движка, что нам новое. Редактор уровней, давайте. Он достаточно дизайн уровней, у нас часто используется на максимуме, потому что для нас это важно. Мы давайте улучшим новый движок и попробуем еще сделать другого жанра игру и посмотрим, какие баллы он наберет. Так, и мы, кстати, забыли о найме сотрудника, как я вам обещал. Нам надо пройти обучение для найма сотрудника. И сейчас мы попробуем. Но я что-то не видел, пока мы, наверное, достаточно очков не набрали. Посмотрим. Так, движок новый создали. Давайте посмотрим. Найм сотрудника. А, найм сотрудника-то не здесь. А вот у нас в личных управление персоналом. Вот, давайте изучим. Сейчас мы наймем сотрудника. Деньги нам позволяют. 3 миллиона 100 у нас. Исследование у нас 31. То есть мы сейчас можем еще что-то улучшить. Но мы чуть потратим очков на сотрудника нового. Чтобы он быстрее адаптировался, нанимаем нового сотрудника. Давайте сложные алгоритмы. Мы зададим ему задачу. Давайте 1000 на 110 посмотрим. Слишком дешевого не надо брать. И дорогого тоже. Дорогого мы пока себе позволить не можем. А дешевые будут плохие параметры. Давайте посмотрим, что нам предлагают журналисты. Так, сегодня ситуация, скажем, изменилась. Короче, проблема с приставкой там. Спустим. Так, смотрим. Что нам предлагают? Давайте возьмем получше сотруд. Давайте середнячок возьмем. 24, 67. Давайте вот. Технологии 75, дизайн 24. Хотя у этого, у Келли побольше дизайна намного. Дизайна 9000 мы. А тут. Ну давайте возьмем. Нет, мы. Бэнкс. Давайте Бэнкс достанем исследование средние игры. У нас средние игры. Давайте мы поможем адаптироваться. Тренинг для новых сотрудников. Вот эта шкала, кстати, очень важна для сотрудника. Чтобы быстрее адаптироваться, желательно делать новые исследования. Он сейчас дойдет до конца, а он адаптируется. Взаимодействие между моим героем и этим новым сотрудником будет оптимально. И тогда исследование и разработка игр будет более эффективно.
А также этого сотрудника надо иногда отправлять в отпуск. Ну, вы, друзья, наверное, знаете, это кто-то играл уже в эту игру. В принципе, а кто не играл, тот поиграет и сам испробует эти параметры. Так, ну подождем, когда дойдет шкала. У нас денег 2800. Сейчас мы будем выпускать новую игру. У нас этот сотрудник поможет нам с дизайном и технологиями. У него получше технология. Так что у нас технология должна быть достаточно на хорошем уровне. Смотрим. Так. Все, адаптация прошла. История игр. Смотрим. Что мы? Стройка. Первое место. Пираты. 89-е. Кстати, пираты у нас прибыль в минус ушла. Мы достаточно много вложили расходов. Так, ну давайте у нас стройка зомби. Давайте зомби, только не будем на платформе на это делать. Так, зомби, это что у нас было? Это у нас ролевые игры. Давайте, новая игра. Зомби. Зомби. Давайте 4. 4. Потом у нас в дальнейшем будет продолжение игры. Можно выбрать будет. Жанр у нас ролевая. Платформа только мы будем выбирать. PC. Ролевая 2 плюсика. Так, а тут? А тут ничего. Давайте, PC, выбор движка 4. Новый движок, кстати. Сейчас мы посмотрим, что нам предложат. Тут у нас все по-прежнему. Сюжет мы на максимум. Движок на минимум. Геймплей на максимум. Смотрим дальше. Дизайн. Смотрим, технологии у нас должны улучшаться. Да, вот, редактор уровней, дизайн мы ставим. Дизайн уровня важен для нас в этой ситуации. Диалоги мы чуть поднимаем. Давайте побольше, 31% ставим. И смотрим. Так, дизайн у нас 10. Технологии должны у нас бить рекорды. Но пока почему-то дизайн у нас выигрывает по параметрам. Звук на минимум, дизайн минимум, на максимум и графика на максимум. Смотрим, дизайн у нас пошел 16, технология. Так, ну смотрим. Дизайн у нас набрал больше достаточно очков, чем технологии. 21 дизайн и 19 технологии. Мы, кстати, не вложили в ажиотаж ничего. Ну, в следующий раз. Это не та игра. Что можем мы стройку тогда улучшим. Ажиотаж. Вложим денежку. Ну, давайте посмотрим оценки с новым движком и новым сотрудником. Что у нас наберет. А ожидания-то и не оправдались. Наверное, надо нам начинать новый сюжет. Не оправдали ожидания. Продажи будут не очень хорошие. Давайте мы улучшим движок. Сделаем. Давайте графику будем. Давайте новую тематику. Что нам предлагают? Смешные науки. Смешная наука, блин, тайны. Давайте мы откроем тайны. Это будет у нас приключение. Ну-ка, создадим отчет. Создадим отчет. Посмотрим. В чем проблема у нас была. Подфармим исследования, улучшим очки исследования. Так, тут что у нас?
Тут у нас предлагается провести атаку. Хай мы откажемся. Зомби. Так, диалог очень важен. Сочетание тематики аудитории хорошее, но не превосходное. Но ничего, в принципе, ничего нового. Популярность у нас минус ушел. Зомби больше мы не будем брать. Смотрим. История игр. Давайте стройка. У нас была на первом месте. Фанатов 2712. И давайте стройку еще сделаем. И на этом, я думаю, сегодня закончим. Так, стройка. Давайте цифру 7 зарядим, счастливую. Для всех тематика. Стройка. Для всех жанр. Симулятор. Выбор платформы. А вот тут мы посмотрим. Симулятор. Вот на PC хороший. 3 плюсика. 4 движок. Ну, с богом. Так, 2 графика. Давайте мы вложимся в маркетинг. Тут движок на максимум, сюжет на минимум. Давайте мы вложимся в маркетинг. Рекламу дадим за 50 тысяч. Посмотрим, как ажиотаж будет. Ажиотаж у нас не очень пошел. Диалоги на минимум, интеллект на максимум. Тут все то же самое. Давайте еще маркетинг вложимся. Демо-версию за 150 тысяч. Вот, ажиотаж улучшается. Так, смотрим. Тут все, звук на максимум. Дизайн мира на минимум. Графика на максимум. Тут монозвук 2D второго поколения. Но пока мы что-то не очень идем. Нам предлагают на выставку G3 выйти своей продукцией. Ну, тут мы технологии, кстати, вот смотрите, больше баллов набрала, чем дизайн. Аж 29. Это с помощью нашего специалиста. Кстати, хороший балл, но ажиотаж пока 21 маленький. Смотрим. Вот рекорд у нас по технологиям. Также мы дизайн мира. Новый уровень 3. Смотрим. Открытый мир. У нас новое исследование доступно. Кстати, исследование у нас 44. И смотрим. Восьмерочки. Ну, будет неплохой результат. Восьмерочка. Так, восьмерочка. И у нас девяточка. Неплохой результат. Поздравляем, дорогие друзья. У нас 8.25. Сейчас продажи у нас, кстати, увеличатся. Денежки подправим. Создаем новый отчет. Отчет мы Алексею отправляем. Этого сотрудника нашего Бэнкс. Элизабет. Бэнкс. Так, мы отправляем в отпуск. А отпуск у нас... Так, это у нас... Так, отпуск пока не появился вроде. Так, а отпуск у нас, вот он. Отправляем ее в отпуск, чтобы у нас шкала улучшилась. И у нас что, идея выставки. Но мы пока не будем участвовать, у нас мало подписчиков. У нас, то есть не подписчиков, а фанатов. 6300. Это пока не очень большие показатели, потом мы их улучшим. Так, у нас прибыль, пошли поклонники. И у нас игра набирает неплохие результаты. Продажи, правда, не очень.
575 тысяч набрали. 81 890 копий продали. Ну, на этом, друзья, мы сегодня закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, что вы хотели бы увидеть в следующей серии. И до следующих встреч. Мы увидимся, я думаю, завтра. Я постараюсь. До свидания. Сиквел, кстати, мы изучили. До свидания. До новых встреч. Пока.